Васька. Ой, страшный какой. Дядька, да? Да, не бойся. Да, это очень важно. В чем дело, Фрэн? Вот так не страшно? Очки, говорит, большие, глаза, говорит, страшный зверь. Растут. А там спит. Это очень серьезное обвинение. Давайте поговорим. Нет, сэр. Полковник. Фрэн, прошу тебя, скажи хоть что-нибудь. Ну, покашляй в конце концов. Если и дальше будешь молчать... А иначе, говорит, не уснем, да? Понадобится вскрытие. Это все из-за Клингера, шута Горохова. Это он нас довел все, до все. Тот уснул. Клингер, по вашему приказанию, прибыл. Прошу садиться. Спасибо, вольно. Хорошо, он здесь. Давай. Кто из них кто? Это Санта. Санта, а та Сандра. Чем не нравится Клингер? Шипишь ты? Кому ты шипишь-то? Все нормально. Я допускаю, что он не ладно. Страшно, говорит. Днем я в длинных платьях не хожу. Мама, говорит, мама, вот, мама. Да никто маму твою не трогает. Даже попробуй ее тронь. Восьмой параграф довольно крутой. Это, сэр, я тоже крутой. Полковник, мы можем все отдать на усмотрение аппарата генерала.